Будущее народных промыслов республики обсуждали в Хасавюртовском районе. Союз женщин Дагестана провел здесь круглый стол, в рамках которого говорили о сохранении культурного наследия и о реализации в регионе ряда национальных проектов. Фойе-центра традиционной культуры для гостей провели мастер-классы по вязанию аксаевских платков тастарта, сулевкенских гончарных сувениров и других промыслов. С развитием туризма в Дагестане новый виток развития получила сфера народных промыслов. Как отметили выступающие, женщины на селе, задействованные в этой области, нуждаются в дополнительной поддержке.